Лагерь беженцев Махама в восточной провинции Руанды. Здесь живут почти 30 тысяч человек, покинувших Бурунди в минувшем мае из-за массовых беспорядков и насилия. С тех пор Фредерик Нганга пытался связаться со своим сыном. Международный комитет Красного Креста помогает беженцам найти родственников. Я отправил жену и детей в Руанду, но мой старший сын вынужден был остаться в Бурунди из-за болезни. Я тоже остался, чтобы ухаживать за ним. Потом я отправил его лечиться в лагерь Гашора в другую часть Руанды. Мне нужно было присоединиться к жене и детям. Я попросил комитет помочь мне найти сына. Международный комитет Красного Креста выдает зарегистрированным беженцам местные сим-карты, чтобы они могли связаться с родными. В лагере установлен киоск, откуда можно позвонить, либо бесплатно зарядить мобильный телефон. В рандийских лагерях 1200 детей из Бурунди попросили помочь им найти родственников. За это время лишь 41 ребенок смог вернуться к родителям, и 400 поддерживают связь с членами семьи по телефону. А Фредерик и его сын встретились в Махаме.